Дорогие друзья, представляем вам шлем Шира SH336 Carbon. Что мы видим в коробке? Вот в такой коробке он поставляется. Открываем коробку. Внутри кейс для хранения шлема, когда он не используется, и для его транспортировки. Выглядит довольно убедительно. На молнии с вентиляционными отверстиями, что важно. Я думаю, в нем можно хранить, кроме самого шлема, еще кое-какую экипировку. Подшлемники и прочие принадлежности. Запасные визоры. Так, открываем кейс. Внутри, собственно, сам шлем в чехле. Стандартная сумка с утяжкой. Сам шлем. Шлем классической формы, позиционируется компанией как спортивный, компания Шира, имеет классическую форму, верхняя вентиляция представлена вот этими двумя переключателями, переключается довольно уверенно и позволяет четко включать-выключать вентиляцию в движении, даже находясь в самых толстых и грубых мотоперчатках. Визор пинлок ready, подготовлен для установки пинлока. Имеет два положения в открытом состоянии. Фиксация надежная в этих положениях, что достаточно удобно. Внутри шлема инструкция, наклейки и, не знаю, производитель вложил также в комплект шлема кусочек карбона, из которого сделал этот шлем, чтобы пользователи шлема были уверены в том, что они ездят в настоящем карбоновом шлеме, а не просто в наклейке. Продолжаем дальше. Внутренности шлема. Так, про вентиляцию. Нижняя вентиляция на челюсти представлена вот этим переключателем. Довольно плавно и легко переключается. На визоре имеется фиксация в закрытом положении вот этой кнопкой. Предотвращает самопроизвольное открывание визора на больших скоростях. Внутренности шлема полностью снимаются и могут быть постираны, очищены специальными средствами. Кроме этого, внутренности изготовлены из материала CoolMax, который который слегка охлаждает кожу во время движения. Внутренности шлема изготовлены из материала CoolMax, который позволяет чувствовать прохладу во время движения в жаркий день. Внутренности шлема полностью съемные, что позволяет их своевременно очищать. Сейчас мы попробуем их снять. Застежка шлема
двойное кольцо, D-ring, так называемый, что сделано, опять же таки, для более надежной и уверенной фиксации шлема на голове. Для снятия внутренностей переворачиваем шлем, снимаем сначала щеки, они закреплены на кнопках. Довольно просто отщелкиваются и вытаскиваются. Щеки с подкачкой. Вот тут вы можете видеть помпу для надувания щек и кнопку для сдува щек. Это сделано для более надежной фиксации шлема на голове и подгонки его под строение головы каждого отдельного райдера. Подкачка осуществляется через вот эти ниппели. Снимаем дальше. Сняли щеки, сняли подбородок и снимаем, собственно, верх шлема. Как вы можете видеть, шлем имеет подготовку для установки гарнитуры. Собираем. Установка внутренности или подкладки шлема осуществляется в обратном порядке. Сначала устанавливаем верхнюю часть подкладки. Фиксируется сзади на кнопке. После этого ставим заноза. Я поймал занозу. После этого ставим не просто занозу, а карбоновую занозу. После этого ставим подбородок. Затем устанавливаем на место щеки. При этом надо ниппелем установить специальное отверстие системы подкачки, системы турбонаддува щек.
вставляем часть с липучками и защелкиваем кнопки. Бюджетный карбоновый шлем, который полностью удовлетворяет всем требованиям к современным шлемам. По защите, по экстерьеру, по интерьеру шлема. Всем спасибо за внимание, ездите аккуратно.